Зеленый с красным, зеленый с синим, красный с синим. Еще там больше. Угу. Ой, он медленный. Да, очень классно. Медленно и быстро. Очень классно на день рождения или на Новый год. А классный муж хороший. Такой маленький пультик. Покажи, какой пульт. Вот. Очень маленький пультик такой. Вот моя ладошка, меньше ладошки. Пока мама готовила обед, все уже уснули. Время 3 часа. Что они будут делать ночью? А тут картошка с шампиньонами, стручковой фасолью в сливочно-сметанном соусе на оливковом масле с чесноком. И все легли спать. Тут у меня запеченная деревенская картошка, шампиньоны, стручковая фасоль, филе индейки, потом черный перец молотый, потом морская соль, противень я смазывала сливочным маслом и в конце добавила чуть-чуть оливкового масла, вообще капельку. Так, а здесь у меня борщ, приготовленный на филе индейки и курогрудках. Обычно я не ем курицу. Курицу мы не кушаем уже около 5 лет. Но как-то приходила в гости моя мама, и она накупила курогрудок. В общем, мы не такие люди, как бы продукты не выбрасываем. И поэтому я решила, чтобы борщ получился немножко пожирнее, мне так захотелось, я пустила и курогрудку, и филе индейки. Потом картошка, свекла. Свекла, морковь, чеснок, картошка, я говорила, как обычно варится борщ. И в конце я добавила тертый через терку чеснок свежий, лук зеленый, свекла здесь, куркуму немножко пустила, мне очень нравится куркума, я вообще везде ее добавляю. Кстати, кто не знает, куркума очень полезная приправа, она даже способствует тому, что риски заболевания онкологичными болезнями уменьшается. Вот. И она вообще мне очень нравится по вкусу. И она делает супы очень красивыми. Рис красивым делает. Плов всегда добавляю. В общем, такой у меня сегодня одинокий обед. Это очень много на самом деле. Надеюсь, Женя проснется и поможет мне. Мам. Я слушаю тебя, да. Смотри, мам. Если он упадет... Вот это вот тоже будет падать, а это цепится, и человек будет жив. А у меня это занятие, так, он так будет и летать. Мама. Это вы сами сделали или папа вам помог? Да, сами. А, мне папа помог. Мне папа помог. Да? А вы можете доработать свои летающие корабли? Что-нибудь еще придумать интересное? Сижу, работаю. Вышли с мальчишками на вечернюю прогулку.
хочу показать им, где живут ежики. Где ежики живут? Нет, тут есть такой двор. Есть такой двор, и там очень много ежиков бегает. Не открывай, Давид. Знаешь, что это такое? Это для пожарной машины. Пошли. Пойдем, Давид, не открывай. Как настроение у вас? Будь здоров, не болей. Диана, посмотри на меня. Такой красивый мальчик ты. Такие взрослые стали. Ему 4 годика, а Давиду 6. Что ты делаешь? Разговаривать с краном. Натянула на себя очки. Моя подруга посоветовала мне ходить в очках. У меня неплохое зрение, но невнимательное, можно так сказать. Когда есть общественный транспорт, номер маршрутки, например, я издалека не вижу. Она должна подъехать прямо к моему носу для того, чтобы я увидела номер маршрутки. Очки покупала себе еще в 16 или 17 году. Вроде бы они мне подходят. Я их вообще не носила абсолютно. Вот. Тогда у меня зрение было минус 0,5 и минус единица или минус полтора. Вот так. Такое зрение, оно и неплохое, и нехорошее. Такое невнимательное, мне сказали. Пришли мы на площадку в солнечный. Искать ежиков. Очень много детей гуляет, хотя время 8 часов вечера. Хорошо? Хорошо. Не в лесу, мам. В лесу? Вы спрашиваете, кого Демочка такой у нас блондинчик? Он у нас моего свекра, дедулю, копия деда. А Давид копия меня. А где Давид? Давид там. А, вон он. Мам, ты меня не достанешь. А если достану? Давай, скатись. Скатись. Вообще не достанешь. Скатись. Нет. У Давида на руках часы с прослушкой и с функцией звонка на три или пять номеров, которые забиты в телефон. У меня там 9 номеров. 9 номеров даже? У меня! Значит, я вру. Время 11 часов вечера. Дети спят. Мы вышли с Женей на прогулку по своему району. Дошли до Солнечного. В общем, Талерова 22. Тут такая вот классная площадка, девчонки, для малышей. Крытая. Скамеечки. Смотрите, какая площадка. Сейчас покажу. Тут дубы, лес. Птички поют. Довольный мальчик Женя. Вот такая площадка. Большая парковка. Послушайте, как птички поют. Очень классно. Тут песочница. Кто любит песок? Смотрите, как эта качель классная для малышей. Здесь можно взять с собой еду с детьми. Попить чай.
перекусить. Тут можно посидеть, отдохнуть. Смотрите, дерево закрыли решеткой, чтобы его никто не трогал. Вот смотрите, как высоко находятся первые этажи у Солнечного. В Ясной Поляне балконы и окна первых этажей практически на высоте асфальта. То есть они вообще прям от земли, там буквально 5 сантиметров. Я еще хотела объяснить, да, чем отличается Солнечный от Ясной Поляны. Во-первых, это два разных застройщика. Во-вторых, смотрите, вот это Солнечный. У них просто крашеный фасад домов. А в Ясной Поляне облицовка кирпичом. Все, что вы видите, кирпичики, дома сверху, это Ясная Поляна. А все, что крашеные, вот так вот, да, мы их называем же они кукурузные дома. Они очень похожи на кукурузу. Желтые, зеленые такие фасады покрашенные. Это Солнечный. Мне еще, знаете, что нравится? Вот у Солнечного у них большие оконные проемы, вот эти большие. А у нас окна такие сами по себе по ширине узкие, маленькие. Естественно, у них проницаемость света намного лучше. Да. Мы же не думали, что на улице холодно, и одели куртки, но на улице тепло. Просто резко так похолодало, с 30 градусов до 20. На 10 градусов опустилась температура. Мы очень тепло одеты. У Жени так вообще, это куртка Колумбия, она вообще все сезонье. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Моя мама говорит, что дубы растут и процветают в тех районах, где экологически чисто. Но здесь, конечно, дубовый лес, да, бауманский. Тут очень много дубов и кленов. Но Женя говорит, что очень много стало сухостоя. А ты куда, в лес пошел? Я не пойду. Не дай бог еще. На закладчиков там нарвешься. Жень! Смотрите. Скворечник. Вот есть же люди, да, сделали такой красивый скворечник. Вырезали. Смотри, какой красивый скворечник. Кормушка. Кого тут увидел? Ну-ка. Где? Ёжик! Ёжик! Вот это да! Как классно тут жить! Я вам уже говорила, то, что мы как-то на пробежку уже не вышли в сторону аэропорта, и на нас, короче, выбежал заяц огромный. Ну что, я тебе видел косулей. Косулей? Где? Косули, либо это вот, когда мы ходили в Новчик. Да? Да, я же тебе рассказывал, что какие-то либо олени какие-то. Ёжик! Фырчит? Ну, видишь, даже клубок не сворачивается. Такой интересный. Я так давно не видел ёжиков, наверное, лет 16 последний. О! Он, видишь, какой? Шипит? Он это, чтобы колючки... А он пройти может там? А. Тот же, вот же. Ага. А чё он замер? Сможешь об этом. Смотри, как колючки, да, у него интересно. Ой, видишь, ой, ой. Он специально, чтобы уколоть хочет. Мерзавчик. Надо ребятнее, вот нету ребятни у нас. Классный! А еще бывает, увидишь, да, ежика и маленьких ежат. Сюда мечтал увидеть. А че он не фырчит? Мы тебя не обидим, не бойся. О! Сейчас уколет. Не слышишь, ты? Нет. Шипит, да? Шипит, фырчит. Смотри, как на тебя идет, смотри колючками. Пускай бежит. Беги, ежик, беги, не будем тебя обижать, не будем пугать. Интересно, у него уши есть? Бывает... Он не бывает, есть уши. Бывают ушастые ежики. Он же самый сильный же в лесу.
А, ты из детской песни? Слышали такую песню? Маленький ёжик, четвероножек, по лесу идет, идет, песенку поет. Фуфти-фуфти-фуфти-фу, на себе листок несу. Самый смелый я в лесу, лишь боюсь одну лису. Ёжик, тебе понравилась песня? Ой. Диме не понравилось. Носик хотела посмотреть. У них обычно носик такой влажный, черный. Ладно, пусть бежит. Не знаю, будет видно или нет. Но смотрите, вот на Ясной Поляне балкон. И вот земля. Балкон находится прямо на земле. Может, отсюда будет видно? Прямо на земле находится балкон. Так низко. Небо такое интересное сегодня. Вот, посмотрите, наглядный пример. Вот так низко находится балкон первого этажа. Если тот играет с мячиками на площадке, то в первые два этажа летят мячи. Вот так низко находятся первые этажи. Ну все, ребята, мы дошли до дома. Прогулялись мы, наверное, минут 30 перед сном. Время 11:30. Птички поют. Такое небо интересное. На этом мой влог заканчивается. Всем спокойной ночи.